Мы проводим в рамках усиления колл-центра нашего города Мариуполя, номер 1555. Комплексно мы хотим, чтобы это, извиняюсь, там по аналогии, не знаю, 911, как это в Соединенных Штатах Америки, чтобы любой гражданин города по любому вопросу мог звонить исключительно по этому номеру. У нас в колл-центре работает, к сожалению, в сутки только лишь один человек, и на вопросы всех 400 и более тысяч жителей они ответить не могут. Ты расскажи в целом концепцию, которую мы предлагаем принять в этом году. Концепцию по колл-центру. По колл-центру, хорошо. Впоследствии мы хотели бы еще усилить его и IT-составляющей. Когда, не дай бог, будет остановка, там ремонтные работы проводиться на той или иной подстанции или насосной, мы хотим, чтобы каждому жителю, зарегистрированному и привязанному, там, квартира привязана к данной подстанции, к данному дому, приходило смс-уведомление на телефон о том, что уважаемый гражданин, с 14 до 15.00 по вашему участку будут проводиться ремонтные работы, пожалуйста, учтите это при своем там рабочем дне. Все мы с вами прекрасно знаем ситуацию, так как являемся жителями города. Многократно звоним на телефоны, бывает занято, бывает невозможно дозвониться, не берут трубки. То есть мы предполагаем, что усиление блока телефония позволит нам обладать объективной статистикой и в том числе видеть и нагрузку, которая идет на данный колл-центр. Отсутствие воды, звонить отдельно, искать номер водоканала, в случае какой-то проблемы с газом, искать номер газа. Вот это будет один единственный номер, который нужно будет запомнить жителю и по всем любым вопросам туда звонить, оставлять свою заявку, а уже внутри самого контакт-центра есть такой фронт-офис, который принимает звонки, будет бэк-офис, который будет связующим звеном уже с коммунальными предприятиями. А те, в свою очередь, будут принимать решение о вывозе. Спасибо. Бригада.